настроение после перелета? I'm very excited to be here. Очень рад увидеть, сколько людей нас сегодня пришлось встретить. Это реально невероятно, потому что такая классная поддержка. Уже с нетерпением жду, когда можно начать играть. Но я отмечу, что очень вкусный был чак-чак, поэтому тоже это очень здорово. Вы вообще знали, что столько людей вас встретит? Насколько шокированы тем, как вас поддерживали, кричали, даже на Курае сыграли? This is the best welcoming I've got. Могу сказать, что это впервые за всю мою профессиональную карьеру, что столько людей пришло встретить меня. Лучшая встреча, я могу сказать, что я ни в коем случае никогда не забуду. И уже вот эта страсть, вот это то, что я видел, это желание людей встретить нас здесь. И хотел бы, во-первых, благодарить за то, что они пришли. Я хотел бы как можно скорее уже им платить за это внимание, за эту вот поддержку. Как правильно ваша фамилия произносится? Хосэнг или Хосанг? По сути, оба варианта подходят. Конечно, Хосэнг более такой приближенный мне, но это не важно, когда я буду стараться забивать голы. Мне не главное, чтобы мою фамилию произносили. Насколько физически сейчас готовы прямо сразу играть? Буквально во вторник начинается турнир домашний. Готовы сразу на лёд ведь? I'm gonna do everything I can. Самое по максимальному себя возможно сделать, но не будем забывать, что был очень длительный перелет, 20 часов, много временных зон. Поэтому сейчас хотелось бы, конечно, поспать в первую очередь, но считаю, что, в принципе, я бы мог сыграть, но все зависит от того, что насколько вот этот период акклиматизации уже пройдет. Вы много разговаривали с Виктором Козловым еще до приезда к главным тренерам. Ну, расскажите, в частности, что вы с ним обсуждали? There's a lot of respect. Начну с того, что я считаю, что в профессиональной среде этот диалог должен остаться внутри тренера, между тренером и игроком. Но скажу, что очень важная, мощная личность Виктор Козлов, поэтому я считаю, что это между нами должно пока остаться. В целом, почему вы именно выбрали слова, то есть несколько предложений, что именно перевесило? For me, it was when I started looking into the history. Ну, когда узнал об этом интересе, я постарался изучить в первую очередь город, вот эти ожидания от клуба, историю клуба, то, как болельщики поддерживают команду. И это очень важно для меня было, вот эти ожидания будущего чемпионства, насколько я буду важен команде, и поэтому это тоже имело важный момент при подписании контракта. Болельщики видят вас, будущего лидера Салавата Юлаева, насколько вы психологически готовы к роли первого игрока? Да, я к этому готов, и считаю, что когда только представится ваша возможность, я на себя вот это бремя лидерства уже, конечно, возьму.